Родить в Новый год. Джессика Альба стала мамой в третий раз как раз в Новый год. Через три дня выложила селфи с подписью. Горячий душ заставил почувствовать себя человеком. Кэмерон Диас, поздравляя коллегу, призналась, что весь прошлый год они с мужем посвятили процедурам ЭКО. Будут продолжать и в этом году. Верят в удачу. Не исключают вариант усыновления. Шестого января, правда, 80 лет назад, родился Адриано Челентано. Сколько вам лет? Не помню. Я бы дал меньше. Перед Новым годом именинник переиздал свой альбом «Все самое лучшее». Адриано Челентано живет с женой Клаудией Мори на вилле. Они вместе уже 50 лет. Жена знаменита фразой: «Кто не работает, тот не занимается любовью». Адриано эту мудрость обналичил, записал песню, продал альбом. Я сдерживаюсь, не хочу слишком выпячиваться, а то весь зал будет смотреть только на меня. А на следующий день, после того, как весь мир чествовал Адриано Челентано, грянул «Золотой глобус». На 75-й церемонии «Золотой глобус» были все красавицы без исключения. Все в черном. Знак поддержки жертв насилия в индустрии. Анджелина Джоли позирует на дорожке с сыном. Дженнифер Анистон, чтобы не сталкиваться, проходит сразу за кулисы. Шарон Стоун тоже пришла с подросшим сыном. Наряд беременной Евы Лонгория подчеркивал живот. Модели Наоми Кэмпбелл, Кендалл Дженнер и Хайди Клум нашли возможность продемонстрировать фигуру. В черном были элегантны Пенелопа Круз, Сара Джессика Паркер, Кэтрин Зета-Джонс, Николь Кидман с лучшей подругой Риз Уизерспун, Натали Портман и Салма Хайек. С Мэрил Стрип общались замечательно, хотя недавно ее обвиняли в замалчивании правды. В этот вечер объединили все.